Вот такая еще красота приехала по новой игрушечке. Здесь какой-то прикольный хомячок в клетке. Куис, как-то так. Надо смотреть, что он, наверное, со звуками что-то делает. Потом мини-маус. Мини-маус, я так поняла, похоже. Хорошо, похоже на краски. Что-то такое, фарбы. Да, вот написано, это польский. Нет, не хаски, а краски. Польский язык. Все на польском. Это тут слол тейп. Это вот эти вот как типа скотча. Вставляются тут разные ленточки. Вот такая штучка. Эти наборчики вот такой вот есть. И вот такой, я так поняла, это что-то с мыльными пузырями связано. А, да, вот. Это типа рука. Одевается вот этот пакет. Вот они показывают. И видно, таким образом от него как бы идут мыльные пузыри. Так, такой у нас миньончик. Фигурка. Вот такие какие-то вертушки. Это Рапунцель. И вторая. Их, по-моему, две штучки было. Ну, они вот так вот раскручиваются и взлетают. И вторая где-то еще была, надо посмотреть. Так, это вот как у меня была мышка, ароматная игрушечка. Это вот в упаковке такая. Их тут тоже целая серия. И вот каждая пахнет своим ароматом. Здесь вот эта вишня. Вот это вот. Вот этот зверек, скорее всего, похоже. Мышка. Так, тут у нас какое-то яйцо такое интересное. Что ты уже жрешь, Джек? Динозавры, сюрприз, яйцо-сюрприз. И тут вот, я так понимаю, вот то, что здесь на рисунке, вот это вот, скорее всего, внутри. То есть какой-то канцелярский наборчик. Разукрашечки, наклеечки, ручка там, карандаш, вот такое вот. У меня было с тачками, я помню, побольше чуть яйцо. А это вот такая серия. Это еще не знаю, что. Тут что-то, какие-то кэнди, дуо спрей, шуга фри. Что-то вот серия эти лига. Так, здесь что еще? Это может быть наклейки, что-то запакованное. Тоже надо смотреть с принцессами. Это вот этот волосатый мячик. Только без упаковки. Мягкий резиновый наборчик. Тут лаки и наклеечки, по-моему. Лак вот так вот можно снять. Легко снимается. То есть безопасный, детский. Вот такие вот тут 300, я так поняла, наклеек. 300 штук. Так, опять эти ночнички. Фетровые. Прям за ними такие гонки постоянно. Батареечки здесь в комплекте. Это радуга. Здесь у нас лошадка пони. Что-то тут у нее дырочка. Что-то видно показывает. Scan play. С телефоном что-то. Тут вот показывает, что можно смотреть. Надо тоже в интернете поискать. Pinkie Pie. Много будет вот таких вот прикольные. Это серия овощи, фрукты. Здесь, я так поняла, апельсин чищенный. Шкурка вот у него вот здесь вот. Их там штучек, ну, много. 5, по-моему, или 6. Так, опять вот эти вот вкусные, ароматные зверьки. Классные. Стаканы. Опять стаканы. Я уже надеюсь, что тут не будет этого брака. Вот такой с мини-маус. Классный, такого вроде у меня не было. Потом это Frozen, такой вроде был. Такая вот еще чашечка, это так, ну, пластик тоже. С этой Эльзой. Здесь вот такие вот, немножко другого дизайна, тоже с крышечкой, с трубочкой. Принцесса вот такая, эти у меня были. Вот мини-маус, такой дизайн тоже было. Frozen такая. Так, опять эти зверьки.
это собачка. Это тоже вроде собачка. Так, теперь что тут еще? Для мальчиков такая вот подушечка тачки, тоже вот с бирочкой. Это подушечка на шею, классно. Она, наверное, не, это вроде не пахнучая. Ну, это вот так вот, чтобы спать удобно было. Прикольная. Так, мячик у нас здесь. Мячик Мини-Маус. Оп. Здесь какая-то такая штука, не знаю. Хипер. Надо смотреть в интернете. Что-то для мальчиков, потому что для мальчика вообще как-то совсем мало игрушек. Так, опять вот эти наборчики, кому в прошлый раз не хватило, их будет в достаточном количестве. В этот раз их много. Так, вот еще вот эта Сельза-вертушечка. Так вот они просто раскручиваются и взлетают. Без батареек, я так поняла, механическая. Это какой-то наборчик, тоже glow написано, то есть светящийся. И тут вот какая-то палочка, браслеты, наверное, потом на шею украшения. И вот такая еще тоже glow, что было. Так, вот, вот эти вот. Получается, их штучек 5. Так, еще вот эти наборчик есть. Это что-то хитровые какие-то, наверное, да. Куда-то их можно вот клеить, разные штучки. Это, наверное, какой-то мячик. Jumbo Ball Mega. Опять наборчики будут Halloween. Они, по-моему, даже разные. Вот есть такой вот какой-то вариантик. И вот такой у меня был. Все.